Привет, народ. Вчера мы расчистили степ-ап с Алином Фоксом, но сегодня его родители не пустили кататься, поэтому я еду один. Вчера у меня взорвалась передняя покрышка, так же, как и задняя. С холода в здание. Я перебортировал с подвеса вторую, уже покрышку поставил. Тимчасово не працює, но, думаю, спрацює. Посмотрите, сколько машин. Невозможно приехать. Летом здесь ни одной души нет. Это единственная горка в городе, хоть метров она 100, где можно покататься на лыжах и сноубордах, поэтому здесь прям курорт, как в Буковеле. Говорил, что сегодня будет больше людей. Смотрите, людей человек 200-300, и нет никаких палаток с продажей чего-либо. И вообще ничего нет. На чем можно заработать? Ну, тупые у нас бизнесмены. Солнышко еще. Вау. Посмотрите, как красиво. И в такую красоту я здесь один. Здесь нормальная дыра. За ночь нападало немного снега. И даже это немного, очень скользко. Я тут, Вась! Заглох? Не може виїхати. Да? Буксує. По рихлому нормально, а по такому скользить. Ясно. Привет. Як виїдеш? А? Як сюди виїдеш? Блять, може об'їду. Я тут рядом вже став. Блять. Такі звуки в тебе такі, як будто мопед їде. Я не думаю, що це красавчик. Ні, він там хуярить піздец. А що таке? Він такий же за підбайк. Уже полтора часа. Так, уже вчера расчистили, это по новой. Да, конечно. Баваныч сказал, сейчас подъеду, объеду с той стороны, потому что здесь не может выехать под эту горку в Яру. И он поехал, я слышал, звуки там были, потом там где-то, и опять тут, и опять поехал туда. Он уже 40 минут пытается ко мне добраться. То, что я не катался около 3 месяцев на дёртах. Ну, на степапе, точнее. Так, попробуем закрепить камеру. Я установил камеру на дерево и пошел прыгать. Больно очень тем, что у меня связки повреждены на ноге. Так, давайте пробуем изменить ракурс. Попробую бэкфлип ноухендер. Учитывая, что я его не делал 3 месяца, я попробую сейчас на камеру сделать с первого раза.
даже не то, что не делал 3 месяца, я 3 месяца вообще не прыгал в степапе, не делал никакие трюки, только что первые трех и бэкфлип сделал. А сейчас первый раз back no hand. Ставьте ставки. Я думаю, что я не сделаю. Честно, страшно. Ну, я попробовал. Не сделал, но зато попробовал. Не застал. Первый бэкфлип за 3 месяца. Теперь back no hand. Сейчас можно пробовать сделать нормально. Ай. О, блядь. Упал. Не сделал, потому что сложно набрать скорость. Буется быстро и стоит очень твердая приземка, как лед. Вдруг львот. Вдруг львот приземку. Опять скорости мало взял. Пойду просто флип сделаю. Флип-то легко. А, бля. Слышите, жужжит Вованыч. Уже 1,5 часа он добирается ко мне. Разгон взять то очень трудно, нужно его чистить еще 2 часа. Ну, еще раз для вас попробую. Какие-то есть, какие-то нет. А разгон взять тяжело. А на свечу нужно приземлять из-за того, что снег. Сложновато. 0 батареи, надеюсь, камера заснимет. Вошел в свече, видите, вземлил. Вованыч таки доехать не может ко мне. Он где-то рядом, я его слышу. Еще снимает, батарея мерцает уже около 10 минут реально. Еще снимает. Вот GoPro 4 оригинальная батарея. Короче, давайте еще раз снимем на путском камбе, не против. Что, еще раз придется делать. Вся моя еда на сегодня. И это очень круто, что есть такая. Потому что обычно я не беру ничего с собой. Ну, фуд-канкан сделал, давайте на фуд-канкан бэкфлип, да? Бля, у меня 690 подписчиков на канале. 690 людей, это просто огромное количество людей. Я не могу вас разочаровать. Я должен делать нормальные трюки. Я не обещаю, что получится, но осенью я делал. Попробуй еще раз. Ну, блин, будет трудновато, потому что это такой трюк, который требует времени.
нужно время на Фудкан-кан. Ну, я попробую, у меня же 700 подписчиков. This is my game, this is my lane, get out of my face. Ай! Я просто не чувствовал, что есть время, потому что я мало взял скорость. Ну, здесь с этим проблемы, я уже говорил. А, блядь! Я всю свою жизнь рисковал, ломал кости. Тренировался, бывало, до потери сознания. После перелома, восстановления. Я тебя реально мучил. Это все я делал бесплатно. А вчера я снял первый доход, перевел с Ютуба $2.50. Блин, я 10 лет не получал денег за катание, я ломал кучу костей. Все время уделил катанию в своей жизни. 10 лет ничего не получаю. А теперь я получил $2. Я теперь должен делать бэклип на Фудкан-кан, потому что я получил деньги. Сука! Вот это уже был пиздец. Теперь будет сильнее делать. Друзья, трудно набрать скорость, реально. Просто коли сверху носит меня прям туда-сюда, по сторонам, пока я расчехлюсь, я уже съезжаю. Я попробую еще разок, точно. Блядь. Короче, народ, я попробую суперфлип, потому что для него скорости немного меньше нужно. Ну, мне так кажется. Реально, скорости хватает только на прямые трюки. Но флип еле делаю. Батарея тоже наполовину. Блядь! Перекрутил. Я думал, на велик упаду. Блядь! О, пиздец! Ну нахуй, блядь! У меня появилась безумная идея, вряд ли она хорошая, как всегда, но Flair Tap 180 или 720. Ничего хорошего с этого не выйдет. Я опять на больную ногу упал, блядь. Я сейчас получусь простому трюку, блядь. Все, иду. Не помню, когда повредил голеностоп. Давно очень. Смотрите, с меня пар идет. Не учиться, нет мотивации, ничего. Снимаешь, пар с тебя идет, здесь сам стоишь, мерзнешь. А в итоге 2 бакса за 10 лет. И думаешь тогда, бля, нужно было бы больше времени потратить на что-то другое, чтобы заработать денег хотя бы на машину, чтобы не идти пешком 1.5 часа по снегу мокрым с великом. Ну, как-то так я уже выбрал. Сейчас к
какая-то мотивация, сейчас бы сам катался, сам делал трюк, но и нет. Когда ты обычный райдер, просто катаешься для себя, и у тебя есть основное дело, да, ты не разочаровываешься ни в чем, потому что ты себя знаешь, что ты обычно катаешься. Но когда ты все свои деньги, время, здоровье вкладываешь в дело и ничего с этого не получаешь, естественно, тогда ты будешь разочаровываться. Потому что ничего у тебя не получилось, и зря ты это сидел. Так я думал каждый год, что в следующем году повезет, в следующем. Уже 10 лет, блин, прошло, и я здесь катаюсь один, весь мокрый. Жил в квартире 3 метра, и у меня нет зимней одежды. Ну, я все равно пойду сейчас на разгонку и получу новый трюк. Давно его хотел выучить, еще 10 лет назад, но так времени не было. Ну вот. Никогда не учился к нудипу. Но сейчас начну, давно пора. Нравится этот трюк, а я тратил время на всякие там дабл бэкфлип. Бэкфлип хилкликер, бэкфлип цунами, дабл бэкфлип ноухенд, пора уже делать. Какой там тилвип? Но тилвип мне нравился всегда. Просто я делал то, что я там сделал. Смогу сделать несколько раз воду и потом сразу земли. А тилвип за несколько раз не получилось, вот я его забросил. Короче, не учился, я пробовал, но не учился, закидывал. Сейчас пора учиться. Блять. Сейчас бы поехал бы в Буковель, с Майлом на сноубордах бы катался. Продал бы велик, я купил бы себе кроссовый мотоцикл. Не нужно крутить педали себе, в кайф катаешь. Монтировал бы свадьбы за деньги. Еще какие-нибудь видео, а не делал бы каждый день видео по 5-7 часов, учитывая жесть, бесплатно. И жил бы себе в кайф, а то сам себя мучаю. Но это все ради чего-то большого, большего, чем есть. И может когда-то я буду кататься в это время в Барселоне. И тогда я скажу, бля, с помощью велосипеда заработал деньги. С помощью катания, родившись в Украине. Вот это будет сильно сказано, да? О, я понял. Хочу еще, хочу еще. Обычно, когда я сам катаюсь, сам с собой разговариваю. Как сумасшедший, но теперь я разговариваю с камерой. Поэтому я не сумасшедший. Там чувак сбирает дрова. И смотрит, как я разговариваю с камерой. Не, не так. Я вроде знаю, как делать, но не могу. Это так смешно, человек такой смешной. Смотрите, видите, какой русский язык? Розовый. Блять, какого хуя? Блин, друзья, извините за такое скучное видео. Серьезно, не могу ничего поделать. Немного помощи какой-нибудь команды, денег, я бы мир просто покорил бы своим катанием и пранками. Но чуть не так у меня сложилось в жизни, но я стараюсь, хорошо? Окей? Блядь, что за кастополь? Наверное, пойду домой поем. Ну все, я покатался. Как видите, вот моя дубовая кофта. А я выбрал не санки, а mountain bike. Столько бы человек катало бы на дёрте, да? Мало того, что эти кроссовки
пластмассовые, неудобные, быстро порвались и стоят дофига денег. Денег. Так еще случился такой курьез. Ноги. Я покрасил себе ноги в оранжевый цвет. Пытался как мог отмыть эти ноги. Ничего не получается. Кроссовки полиняли. Симметричная эта сторона. Блин, тень падает. Зато у меня есть пицца. Ночь темна и полна ужасов, если нет пиццы.